Курганский завод дорожных машин, известный более как «Курган-Дурмаш», крупное машиностроительное предприятие. Оно выпустило почти всю дорожно-строительную и коммунальную технику, работающую в нашем городе. Много экземпляров ездят по дорогам Индии, Китая, Ирака, Польши и Аргентины. Во время Великой Отечественной войны завод работал для нужд армии. После победы предприятие стало основным производителем техники для вооруженных сил. Только позднее в Кургане стали производить многопрофильную уборочную коммунальную технику. Одной из таковых стало новое изобретение завода – лаповый снегопогрузчик. Эта первая машина уже идет по контракту на Ханты-Мансийский округ. Есть заказы уже на Архангельскую область и на Санкт-Петербург. Поэтому в этом году минимум еще мы две машины сумеем сделать, но уже времени мало. Вообще мы рассчитываем делать штук 20. Вторым детищем завода стала компактная для городских магистралей малая коммунальная техника. Основная задача – расчистка улиц от снега и посыпание дорог песком. К сожалению, в Кургане такие машинки не появятся. Сегодня администрация города не планирует покупку этих помощников. Но на этом «Курган-Дурмаш» не собирается останавливаться. И в этом году было установлено тесное взаимодействие с автозаводом «ГАЗ» в Нижнем Новгороде. У них появилось новое семейство автомобилей «Газон Next». Производить симпатичную машину будут в Кургане, и этот проект называют новым дыханием Дурмаша. Так он сегодня выглядит. Значит, мы с ними заключили ряд соглашений. То есть мы будем на этой базе. Она более дешевая, более экономичная, чем КАМАЗ, более маневренная для города. Светлана Епифанова, Евгения Волкова, Илья Урванцев, Александр Бутаков, информационное агентство «Курган.ру».